Случае не бояться, потому что от высокого давления вы точно не умрете. В основном происходят инсульты и инфаркты при низком давлении. Второе, это надо выйти на свежий воздух и погулять в хорошем темпе, чтобы организм насытился кислородом. Давление поднимается из-за того, что кислорода мало в головном мозге. И надо дать этот кислород организму. И третье, что когда вы ходите вот во время этой ходьбы, нужно дышать особым образом. На четыре шага вы делаете вдох, и на 8 шагов вы делаете выдох. Таким образом у вас поднимется концентрация углекислого газа в крови, расширятся капилляры и давление упадет.